Отдавать участки под застройку Одесская мэрия готова до тех пор, пока есть хоть один свободный клочок земли. Следить за соблюдением санитарных норм у наших чиновников желания нет. Важно, чтобы застройщик платил. Соблюдение чистоты и порядка не входит в число обязательных правил. В самом конце проспекта Небесной Сотни, как говорили наши предки, в чистом поле продолжают строить. Дома еще не все заселены. Там же, где новоселы появились, из окон открывается отвратительный вид. Чистое поле оказалось не совсем чистым. После постройки соседних домов комплекса Marshall City осталась огромная куча строительного мусора. Вывозить ее надо было регулярно, но у бизнесменов руки не доходили. Жители ближайшего новостроя выложили в сеть такую вот видеожалобу. Городским начальникам, конечно же, доложат. Специально обученные чиновники следят за всем, что касается руководства. Будет ли реакция? Весьма сомнительно. Зато отреагировали строители. Как только мы начали снимать, откуда ни возьмись, явился какой-то начальник и дал команду экскаваторщику, если так можно выразиться, окультурить территорию. Тот начал сгребать мусор, чтобы вся куча казалась поменьше. Существенно ничего не изменилось. Вывозить отходы надо, и наберется тут примерно на 20 полных грузовиков. Когда застройщик обрадует местных жителей, никто не знает, а обязаны знать чиновники мэрии, чтобы их делам можно было доверять.